Здравия всем! С вами я, Ангел Экстаза. Продолжаем играть в игру Untured. В общем, вот такая у нас ситуация. Тут у меня генератор полностью истощился, потому что я работал во время, то есть, когда я не играл в эту игру, он все это время работал. И вот сейчас опять придется мне заправлять его. Я вот сюда возвращаюсь обратно на базу, и у меня генератор получается полностью пуст. Но зато у меня вот эти карьеры работают, с них пока не беру. Так, сейчас я заберу с них еще топливо. Вот из этих брал, сейчас снова пойму. Так, у меня же вроде еще большая канистра должна быть. Сейчас, вот. Где-то она была у меня. Большая канистра. Которая делается из пяти таких маленьких красок. У меня сейчас в руках была. Вот она. Только надо выложиться, у меня просто лут. Так, я пока, наверное, выложу вот это. Сюда положим это. Модификация. Найт Райдер. Можно, кстати, поменять себе на место этого Фамаса, по-моему. Он называется тут Фуслейт какой-то. Да. Вообще это Фамас, по идее. Так. Вот, пока заправляем. У меня в этой канистре еще бензин был. Так. Ну, с пяти карьеров получается это полная канистра. 100%. Так. Это забираем. Хорошо, заход сделаем, проверим. Ну вот я почти за, как его, почти за один заход с полными этими. Почти все заправил, ну почти наполовину где-то всего генератора заправил его. Это индустриальный генератор, называется вроде он так. Так. Ну да. В принципе, тут не вариант уже брать, потому что он только-только заполняется, но ну вот почти половина там без шести. Так вот, в общем, вот и вот этот лут, который я собрал, это лут возле моего дома находится место с лутом таким, в принципе, неплохим. Это обычно такие радиоактивные зоны в Антерде, там реально хороший лут, но туда надо ходить именно в противогазе. Так, блин, у меня воды, я начну голодать уже скоро, блин. Даже не знаю, что делать. Надо скорее, наверное, плыть сейчас. Поплывем, короче, быстро в этот, как его, ближайший город. Там вроде еда должна спавниться тоже. Ну, вот это где порт рядом со мной, который. Я обычно там набираю металл для себя, чтобы построить дом. Там структуры строил в том же месте, набирал металл и делал себе этот дом, как раз таки. Там вроде место есть спавна этого. Типа кухни, что-то такое миниатюрное. Там есть еда. Конечно, не... нам можете повезти, может там и воды никого не будет. В общем, посмотрим. Если что, бинты возьмем. Будем бинты юзать. Вот в это место, в общем. В этом месте я как раз таки набрал всякие вот эти сишки, автоматы классные вот эти. Типа Фамаса, Найт Райдера. По-моему, хотя вот эта пушка, по-моему, там она нет. Она там не встречается. На пойде других ретаунов. Она. На этой же карте есть такой же ретаун, тоже радиоактивный, и там тоже нужно противогаз. В общем, туда надо ходить. И там в основном вооружение такое, типа американское, может быть. Ну, типа, даже не американское, а европейское, скорее всего. Тоже М-ки выпадают там. Eagle Fire всякие. Так, почти доплыли, короче, так. Ну, пока на сервере 8 игроков, это нормально, в принципе. В общем, я встретил парней русскоговорящих. Опа, там вертолет какой-то, я вижу. В общем, встретил русскоговорящих парней, людей. Парней, людей. В общем, встретил русскоязычные кланы даже. Как бы. Точнее, даже один.
Один рассказал то, что есть другой тоже русскоязычный клан, и они воюют между собой. Я об этом не знал, вот мне только рассказали. Там, не знаю, день назад, наверное, где-то. Блин, я уже умираю. Так. Воды, пожалуйста. Так, надеюсь, вода с них. С него есть. О, вода. Да, 10% хотя бы дало. Кукуруза водосодержащая. Вот тут еще вот что-то может быть. Ну, в принципе, тут больше места спавна не до нет. Тут в основном стройка какая-то такая. Ну, тут вообще тут такой лут получается. Тут лут, скорее всего, гражданский такой. По большей части. В этом доме именно. Вот здесь уже строительный, типа. Каски всякие такое. Ну и зомби с них тоже. Промышленный такой. Тоже типа склада, что-то такое. Кан. Вот и могли бы просто запитать хотя бы... О, вода. Могли бы просто поставить свой генератор и запитать эти... Как называется это? Не забыл. Миссинг по А. А, установки или как там, школа или как. Короче, что такое? Тупой вообще. Не знаю, как называется это. Так. Ну, в принципе, нормально. Сейчас мне, кстати, генерацию можно прокачать бы. Вот это... Ага, она прокачана максимум, я, в принципе, должна регенерировать с едой ХП мои. Потихоньку будет регенерировать все. Так, ну, пидор возьмем на всякий случай. Так, патроны есть у меня какие-то. Вот именно на вот это оружие, ФАМАС, ну, Фусаид, на него можно, по-моему, навешивать и дорамы, ну, типа, оружие, точнее, патроны именно натовские. Да, это натовское вооружение. Допустим, и вот это русское. Русское. Это французское. Французский автомат получается. Смотрите, что я бросил. А, я снял это. Да, получается, натовские патроны можно навешивать и одновременно эти в странах СНГ вооружение. Так. Можем, в принципе, возвращаться, наверное. Я пока еще, кстати, дом я не особо достроил его. Пока только занимаюсь там всем. Уже тройку скрафтил, в принципе, можно поставить уже какую-то пушку, чтобы охраняла базу мне. Блин, я двинулся. Хом, еще раз. Ой, там 2 минуты. Даже 3 почти. Ну вот так вот. Я не знаю, Найт Райдер или вот эта пушка лучше, без понятия. Какие-то олени там ходят. Пока все спокойно, более-менее. Не знаю, может, в принципе, к ним как-то наверх забраться. В общем, я этим ребятам отдавал вертолет, найденный здесь уже, в этом месте. Они, по идее, куда-то его дели, непонятно. Ну, мы туда начали слетали туда. Я там вышел, в общем, из игры. И они куда-то его дели. В общем, я им сказал, типа, вот, чтобы этот вертолет куда-то спрятали, чтобы никто не обнаружил его и так далее. Потому что в дальнейшем может пригодиться кому-то им в клане там. Ну и дом находится в таком месте, вообще просто. В самом публичном месте находится. Прямо в городе. Вот это такой замок огромный довольно-таки. Ну, по-моему, он в 2, что ли, этажа. Он просто широкий, получается. А сам по высоте он 2 этажа, по-моему. Такой зарядить, в принципе, можно. С РПГ только. Сверху. Если бить. Так, посмотрим, что за игроки.
Вроде бы среди тех, кто они должны быть из клана этих людей, но их, по-моему, нету. Вот эта группа, я в них состою, никого нет из них. Можно так посмотреть. Ну и, по-моему, там сколько? 3 человека мне говорили. Или около 3. Может, даже больше. В общем, да, они там воюют, получается, против кого-то тоже русскоговорящего клана. Непонятного тоже. Так, все, наверное, хом откатился. Блин, 30 секунд еще. Еще 30 секунд ждать. Так, секундочку. Ну, в принципе, если ждать, так, в принципе, можно пока что. Хотя... А, нет, не вариант. Не будем пока набирать ничего, потому что мне места нет. Я ж поэтому хом пишу. Я сейчас думал металл добрать какой-нибудь. Так, я пока телепортируюсь. Ну, можешь сиши накрафтить. У меня гранат много, как раз таки, на динамита. Куда сброшу? Вот гранаты сейчас сбрасываю сюда. Сюда это заброшу. Сброшу. Так, это тоже. Так, а это полная луна. Я думаю, что-то у меня какое-то уведомление, типа голодень, что-то такое показалось. Так. Ну, я пока, наверное, скину алиспаки всякие шикарные, вот эти рюкзаки, я думаю, с ними не вариант ходить. Потому что не раритет сейчас для меня, потому что, ну, у меня их не так уж много. Патроны на нюк РФ. Это на пулемет. Это не тот пулемет, это Dragon Fang. Так. Гранаты сюда опять скинем. Все в одно место, короче, поскидываю. Взрывчатку всю эту. В дальнейшем можно накрафтить довольно-таки много сишек. Вот из всех этих гранат можно накрафтить сишек. Только нужно вот эти эксплозивы и металл там, паяльник, уровень крафта, ну и так далее. Кстати, детонатора у меня нету, по-моему. Зато РПГ есть. Надо бы еще, кстати, сейфы наделать, у меня уже места нет. Ну, здесь, кстати, сюда можно подходить. Сюда, наверное, положим канистру. Хотя нет, пока с собой эту положим. Такой пока хлам сложим. Жрачка такое. Принципе, можно, хотя шлем наденем с собой, заберем. Вот это скинем. Конечно, лучше распределять их-то. Все в одно место не очень скидывать. Так. Вот это скинем, модификацию вот сюда скинем, короче, все это, вот это. А уже места нету. Сюда можем патроны накинуть, вот сюда вот такие. Да, надо еще сейфы делать. Места, как всегда, нету. Дома я вообще планирую сделать, типа, таким лабиринтным, чтобы в каждой комнате было по 4 сундука таких вот так вот расставленных. Да нет, даже сколько? 8 сундуков, они будут по углам так расставлены, и будут проходы двери так вот идти. Я так обычно строю дома, они считаются как антирейд. Ну, не как антирейд, а скорее всего такой сложно рейженный к луту именно. Если пробираться к луту, то надо вот так вот каждую комнату пробивать, сейф защищать, следующую комнату идти вот так вот пробивать. И так далее идти. А это целый лабиринт из дома. Получается, сколько комнат? Вот, это дом 4 на 4 получается. Нужно каждую комнату так рейдить и там лут забирать. Наверное, пока что. Шлем наденем. Так. У меня против глаз есть. Вот эта маска, которая четко сдаст. Вот, четко теперь все видно. С помощью нее. Ну, это комплект
от как его, от подводного, ну типа дайвинга. Там нужен баллон специально, чтобы дышать под водой дольше. Ну это маска тоже. Они в комплекте дают бонусы под водой, которые меньше дает расхода кислорода у тебя вот по слева индикатору. Не знаю, трули можно, честно, располагать с оружием где-нибудь. Так. Конечно, все это лучше скинуть сейчас. Все, короче, поскидываем вот так вот. Ладно, хер с ним. Все, на сразу скинем. Так. Химикаты, таблетки. Мотоморезная обойма это. Так, турель пока он расположен. Пускай пока просто стоит вот так вот. Попозже ее переставим. Вот она работает. Подлагало что-то. Ну, в принципе, нормально. В принципе, так, можно сейчас пойти куда-нибудь. Я вроде хотел пойти сейчас в город, посмотреть, что там в городе у них. У них дом там стоит, ну, этого клана, который встречал я. У них там дом стоит, не знаю, уже неделю никто не рейдит. А мой дом подавний, скорее всего, никто не зарейдит. Может, пройдет месяца два, а он все равно будет стоять. Пока не вайпнут там сервер, не знаю, что-нибудь такое сделать. Так. Ну все, короче, пошлите, наверное, сейчас. Конечно, надо все это распределить. Это долго, конечно, делать все нужно. Можем навечно находиться. Все, ладно. В инвентаре, конечно, хлам. Такое все. Постоянно скапливается. Ну или можно пойти туда, хотя, блин, сейчас луна. Сейчас в городах вообще не вариант быть. Сейчас полная луна, блин. Даже не знаю, куда можно пойти. Ладно, давайте тогда пойдем наверх. Здесь никого не будет. Посторонних именно. Хотя мы не пойдем туда, наверное. Потому что фильтров нету, да. Надо фильтры набрать. Сейчас тогда сбегаем в город, пойдем туда и, в принципе, нормально. Какой-то там салют у меня за окном. В этом городе фильтры. Вот фильтры надо бывать только в пожарных местах, типа вот этих, сейчас скажу где. Вот в Санкт-Петербурге там есть место пожарный. Этот комплекс, здание пожарного, вот это. Там зомби выбивать их можно спокойно. Эти фильтры. И противогаз там падает. И комплект пожарный и так далее. Ну такой лут, в принципе, городской. Не знаю. Вообще, преемственный лут, это где военные базы всякие там. Там автоматы, оружие и так далее. Обычно вот все вот игроки в основном где-то возле военных находятся. Там строятся где-то там, бегают, показалось. Там кто-то тут есть. Это просто такая анимация пролистывания этой текстурки. Проволоки. Ну вот зомби все красные, агрессивные. В общем, идем. Так, правильное направление сделал.
Да, вот тут что-то такое длинное здесь, я не могу понять. Серьезно, до неба строились, что ли? Они туда, что ли, подстраивались? Охренеть, они подстраивались туда. Посмотрите, какая лесенка. Рейдеры. Лестница никуда. Вот так вот рейдят. Вообще можно просто взять вертолет и подлететь к ним и все. И не париться. Так вот примитивно рейдят. По идее, там, если они построились, там еще может быть флаги у них клеймовые, которые не позволяют в определенном радиусе подстраиваться. Я думаю, когда они строили, там, думаю, скорее всего, флаг этот оказался. Они бы уже никак не добрались до них. Нормально. Только надо в сторону уже было клинить, получается. Сам этот радиус этого флага, по-моему, как сферически имеет такую форму. Ну, именно сам радиус. Как круг, получается. Надо было вот так, типа, в сторону клинить, получается, вниз со снизу. И вот так обходить, типа. Конечно, тут, блин, так бегаю по лесу и никого не, скорее всего, не увижу. Наверное, автомат уберу по костру, потому что это светит, по идее, лазер. С него. Какой-то дом тут. Почти добежали, в общем, так. Хотя не, мы на полпути еще. Ну, в принципе, полдня еще. Точнее, полночи еще есть у нас, чтобы там побыть, по зомби, пострелять по ним. Так. Наверное, какое-то место, что ли? Или просто скала какая-то? То есть, типа, такие всякие места, типа, которые на карте никак не обозначены. Вот, например, такие места есть. А как раз таки место это радиоактивное. Султан. Так. Почти добежали до этого населенного пункта. Сейчас сколько еще осталось там? Немного. Какие-то дома вот бомжатские, разрежены все, раздолбленные. Справа дом. Наверное, я не знаю, зачистку мне делать автомат, наверное. Ну, может, ножиком, в принципе. Может, я сегодня сейчас стрелять, это внимание привлечем довольно-таки много. И игроков, и зомби. Особенно если зомби, если они сейчас настроены в эту ночь агрессивно. Типа вот под эту луну. Они, наверное, всего города сбегутся. Вот. Фаер. Так, вот фильтр. Раз, два, три. Три фильтра. Вот три зомби. Два. Здесь еще вспомнится. 4, 5, 6. Странно, еще противогаз не падает с них, что ли, еще. Это должен упасть противогаз 100%. 7, 8, 9, 10, 11. Ну так, лут разнится. 12. Странно, не падает противогаз с них. Вот еще один зомби. Не знаю, фильтров много, наверное, беру. Вообще ни одного противогаза не падает, странно. Но с ней должен падать он. Это гарантированно. Так. Ну, возьмем рюкзак, как говорится.
Так, ну все, вроде, наверное, намутались. Мы сейчас, короче, пойдем, наверное, вернемся. Сейчас посмотрим. Вот набрали дофига этих фильтров. Или подождите. Блин, надо, наверное, накрафтить сейфов еще. Потому что мне некуда складывать все это. Это что за место? А, это автосервис. Так, фонарики вот это все заберем. Разберем. Аккумулятор. Так, разбираем, разбираем. Вот так вот. Тайр. Сейчас, короче, сделаю, наверное, листов побольше. Палочек тихо. Типа. Крафт пол. Вот два сейфа сейчас сделаем. Так, еще раз забираем это. Еще бы не лист. Блять, их не можно было бы. Еще два сейфа сейчас сделаем. Ой, она пропала, что ли, блин, ладно. Это так подлаги, потому что, скорее всего, подгрузка это идет. Ну, не подгрузка, а, типа, автосейв в этой, на этом сервере. Это все. Сестра кого-то играет. Это не обращал внимания на чат. Ну, игрок, кстати, стало больше немного. Так, зомби-зомби. В принципе, 4 сейфа сойдет, в принципе, мне так пока на первое время, попозже, может быть. Так, зомби не появился здесь, какой-нибудь пожарный. Хотя должен появиться был. Уже светлеет. Так, бомб пишем. Я пока даже не знаю, куда сейфы можно расположить так, чтобы можно было потом поставить. Я еще дом не достроил, нифига. Если я сейчас поставлю какой-то сейф неправильно, то он помешает мне в дальнейшем. Для стройки. И пока, наверное, по углам как-то засуну их. Вот так вот. Так, это так удобно поставить, чтобы. Ну, вот так сойдет. Все. И тут здесь два сейфа ставим. Я попозже потом, наверное, дом-то строю полностью. Хотя его полностью строить это очень довольно-таки долго. Можете поставить эти даже такие же дверные эти проемы вот здесь, по всем этим. Двери поставить вал дор. Вот такие двери вал доры. Вот так они выглядят. Надо везде вот так расставить их. И будет такой дом-лабиринт. И это будет еще в 3 этажа. Так, сюда фильтр пока скинем.
Возьмем 4, наверное, фильтра. Так, сюда пока эту жрачку скинем. Это ставим. Вот это скинем. Вот это поскидываем. Вот это тоже. Под водой сейчас поедим. Хотя сейчас надо бы заправить через ВЛБ. Думаю, пока возобновились они. Так. А уже, наверное, посветлеет. Мы не успели на Луне зомби повалить. В принципе, хотя если туда пошел бы к Луне, там, в принципе, они просто нон-стоп обшли. Хотя мне вроде бы оружие... Если бы использовал оружие с гашуком, то, скорее всего, нет. Так, забрал. Забрал. Вот я его уже почти заправил. Полностью. Ну, кстати, может, отсюда можем выводить из этого резервуара. Я хотел сделать, по-моему, сколько их? 3 штуки хотел сделать специально так, на запас. Это почти такая одна канистра, вот это один такой резервуар. И с полностью 100% заправить его. Ну, то есть пополнить. Так, все. Возвращаем сейчас, короче, так. Какие-то школьники что-то пишут там. Школьницы, школьники. Так, пока все работает. Скорее всего, не успеем сейчас, наверное. Ну хорошо, что хотя посветлело, потому что в темноте это не очень. Задался. Скорее всего, сейчас не успею, наверное. Сейчас, наверное, луна зайдет, вот она уже заходит. Ну-ну-ну. Я, в принципе, тоже мне на луток все равно. Я уже сколько играл в антер, к луту это мог. Что был, что не был. Даже если убьют меня там, я потеряю что-то. Уже привык. Уже столько. Я столько ситуаций в этих побывал. Когда нужно было постоянно отбиваться там от всяких этих атак. Постоянно ПВП было так. Ну такое, короче. Все это уже прошло, я, короче. Сейчас вот так играем по стенам в основном. Никого нету. Спокойно. Так много легче развиваться и так далее. Ну кому как, кто-то хочет прям по стенам, чтобы мясо было такое. Опа, надо поменять фильтр. Мясо уже начало капать. Так, паркур тут здесь нужен. Ну и на уровень. Так, а дальше что? А дальше? Серьезно сломали, что ли, это? Бля. Хотя, у меня вроде куски металла были. Их уже нету. Вот так вот. Никак уже туда не попадем. Вот вроде бы была тут лестница какая-то. Уже нету. Вот так вот. Ну, уже потом, наверное, сходим уже, наверное. В общем, вот так вот. Еще раз, с вами был Ангел Эксаза.
Подписывайтесь на канал, если вам нравится это видео. Если вы еще в дальнейшем еще ожидаете видео на этом канале. Ставьте лайки, дизлайки. Увидимся.